каким удовольствием я встретился бы с ним лицом к лицу. Но он хитер и предпочитает держаться в тени. Похоже, судьба нам благоволит. Твои ручные орки недавно разорили эти леса и навлекли на себя его гнев. Владыка Архимонд полагает, что Кинария вполне можно уничтожить их руками. У орков нет шансов против Кинария. Если мне не изменяет память, его мощь поистине колоссальна. Да, как и твоя. Кровавый договор, заключенный между тобой и орками, все еще в силе. Играй бесплатно в World of Warcraft на проекте Cirrus. Переходи на главную страницу канала, кликай на ссылку прямо под шапкой и...